Добрый день! Продолжаем сегодня изучать виды кумпинга, которые можно использовать в песне «Just Give Me a Reason» певицы Pink. Подписывайтесь на наш канал, ставьте ваши оценки, оставляйте свои пожелания. Начало разбора темы вы можете посмотреть в предыдущих уроках. Итак, во втором куплете песни звучит весь инструментальный актив и появляется мужской голос. Это создает другую краску и плотность звучания. Для аккомпанемента я использую нижний регистр фортепиано и меняю фактуру. В правой руке использую восьмые ноты, сгруппированные в таком порядке. Три восьмые, еще три восьмые, две восьмые. Акцентирую начало сгруппированных нот. Басовый голос в левой руке подчеркивает группировку правой руки своим ритмом. Четверть с точкой, еще одна четверть с точкой и четвертная. Вместе это звучит так. Во втором предпрепеве в зоне коды ритмизую басовую линию такими ритмическими рисунками. Четверть с точкой, восьмая и синкопирование. Я уже говорила о том, что в песенной форме припев имеет доминантное значение. В теме Pink он повторяется 5 раз. Если мы столько раз будем повторять один и тот же тип фактуры, это будет звучать как минимум неинтересно. Поэтому в каждом новом проведении припева будут появляться разные варианты изложения. Во втором припеве я использую фактуру второго куплета, только исполняя ее в среднем регистре. После припева звучит новый материал, который в компинге принято называть collision, противоречие, то есть музыкальный материал, который не был использован раньше. В левой руке я играю партию бас-гитары восьмыми нотами, которые лягуются в конце каждого такта. В правой руке звучат аккорды целыми нотами. Дальше еще одно проведение припева. В оригинале песни здесь вокал исполняет мелодию под ритм-секцию. Я имитирую ее присутствие одноголосной басовой линии в ритме четверть с точкой восьмая. Также в некоторых местах еще использую триоли. Во втором проведении припева я совмещаю прием коллижена в левой руке, цитируя партию баса, и ритм из басовой линии второго куплета, только исполненный аккордами. И, наконец, третье проведение припева. В левой руке остается то же самое движение восьмыми, в правой руке аккорды целыми нотами. Кода полностью цитирует материал вступления. Сейчас я исполню от начала до конца весь аккомпанемент этой песни в медленном темпе. Thank you.
На этом я завершаю обзор партии аккомпанемента для песни Pink Jazz Give Me Reason. Надеюсь, это видео будет для вас понятным и полезным. Желаю вам успехов и всего доброго.